Всем привет, друзья! С вами Team Spirit. Сейчас 5:30. Мы выезжаем на арену в 17:40, через 10 минуток. И у нас матч против Beast Coast. Вы проснулись во сколько? Вот за сколько лично ты встал? Проснулся в 10. Вышел реально? С номера. Зачем так рано? Это случайность. А ты не устаешь, типа, вот в конце дня такой уже? Не, ну я же, нет, я встаю в 10, но я не встаю с кровати. А, просто валяешься? Ну да, еще полусон. А. Так скажем, полусон. А вот если прям уже встал, то в 12 часов я уже вышел с номера. Подъем у нас 13:30 был, в 12 я вышел, в 12 я уже был в практике. Ну, то есть сразу вдавил поиск? Да, да, сразу сыграл, потом поел и еще сыграл. Потом у вас прак был? Да. Против кого? Против ЕГЭ. И сейчас у нас игра против Beast Coast? У них много стрэнджевиков всегда в игре, стрэнджевых героев, мне так кажется, в миду особенно. Ну, не сказал бы, что... Мы с ними уже много играли, им особо нечем, я думаю, нас удивить. Но Илюха говорил, что они любят бегать по карте очень много и, типа, именно, знаешь, собираться толпу. Бегать, пытаться, да. Кучкуются, навязывают свою игру, пытаются драться, так что придется крепко-крепко бороться с ними в мидгейме. Вот так. Набирать сильных героев, чтобы мы могли отвечать им. И не делать глупые ошибки, так что, думаю, победим. Увидимся уже на арене тогда. Мы пришли с ребятами покушать перед игрой. А, еда была весьма вкусной, вот сейчас у нас небольшой перерывчик перед... Перед дискостами, Ярик говорит, что это вообще супер тема. Как тебе еда, Ярик? Как тебе еда в Air Lounge? В Берлине. Слушай, ну... Это твой ужин? Это... Это мой, ну, рацион на сегодня вообще. Вы на диете? Я? Нет. С кем? Я в команде играю. Вот так вот угощают игроков ESL. Груши, яблоки, Никс плюс чат. Вы что, тупые или что? Что у вас за прикол на 13-летние? Чел, ты на игре играешь. Что, ты полгода на зомби играл, ты что, ебанутый? У него интеллект хотя бы был. Я играть огрмаг. Я готов. А я не готов. Какие ты фразы еще задаешь его? Погоди, а на тебя бы смеялся. Блин, мага, ты видел? У меня, короче, вчера Сеп играл, и он собирал гарпун на виспе. О-о-о! И он типа отдал нормальный гарпун и тизер. И типа понял, там две линии такие были. Подожди, он давал тизер, а потом тизер союзника и гарпун. Да-да-да. Это мой брат, Огрмак. Ну, как обычно, стандартная процедура подключения девайсов. Вот ребята пришли на стейдж. Слава, помогай, пожалуйста. А можешь тогда я сыграю еще? Можно. Дашь мне шанс, типа, да, на тройке? Да-да, сыграть. Короче, на самом деле, это секретно. Тактика, когда я получаю магии девайс, он играет лучше всего. Согласен. Мы вчера выиграли 3-1 только благодаря тому, что... Хотя нет. Мы вчера выиграли 2-1 только потом благодаря тому, что я сам подключал. Чего это я получал тебе вчера? Ты мне вчера не подключал ничего. Ты мне подключил позавчера, когда мы играли против Тондры и это. Выиграли? Мы выиграли одну карту. Ну, нормально. Где кнопка? Продал? Спиздили. Как тебе снеки от ESL-ов? Нормально. Может, что-то не хватает? Орехов. Орехов не хватает? Ну, просто от грецких орехов. Да, без грецких вообще как-то туго, не знаю. В такой еще, короче, ну, типа, не открытый грецкий орех, а просто закрытый. Да, типа закрытый, да, чтобы просто кидать в дынчика. Это специально для мамы, короче. Это у меня мама вот так сидела, короче, когда я играл в лет 14-13, там, играл в доту и участвовал на разных фан-турнирах. У меня не было допоздна, короче, когда я приходил домой, мама устраивала вот это просто. 1xbet – официальный партнер Team Spirit. Переходи по ссылке в комментариях, вводи промокод 1xts и получай бонус на первый депозит. Беру на зеленое интервью. Much better, because there is no broodmother. Как тебе интервью? Что спрашивали вообще? Я слышал про Буду, что ты говорил, то, что вам комфортно. Спрашивали, почему в этом, на этом мажоре все тимы из СНГ получше играют. Вот, сказал, что патч много изменил. По крайней мере, в нашем подходе и в нашей мотивации. Да, в целом, просто нам как-то по кайфове играть дота более свежая. Она не такая, как 2 года подряд была. Парни отправились играть против Beast Coast. А мой маршрут не меняется. Как обычно, иду в Player Lounge и буду болеть там за наших мальчиков. The multicast of the Midas. The rest of the fight not that important, but we'll watch it anyway. I'm surprised that Stinger was able to channel for that long. Think that Team Spirit not going to leave here without it. There's the zip in, trying to focus on the Keeper of the Light with the Mystic Flare. That is an easy kill, and this is going to be mega creeps already for Team Spirit, as now they focus on the AM. Yeah. Ugr. Ты рад, доволен?
Да, вот сижу просто на Гермагет. Ноль айкью. Ноль айкью. Кайфанул? Ну, это легкая была какая-то очень. Да, в линию выиграли, все выиграли. Так он в любую игру, игру в линию выиграл. На Убермаге? Ну да. Вообще? Опс, сидел, мы такие сидим, а что у этого героя какие-то мы. Они показывают все время камеру только на игре. Все хайлайты, которые в игре были, показывали, как ты юзаешь Мидас и как он у тебя прокает. Вот это хайлайты повторы были. У меня не прокал мультикаст вообще первый, но... Первый не пою, не спрокал, второй сработал, да, третий тоже не сработал. Это пиздец, 75% еще у героя шанс. Да. Хватало. И проблема, что потом еще ЦМ-очка дает комбо, что еще может ДК застанет. А еще антимаг с ультой. И в боте, когда антимаг прилетел, тоже пиздец стильтовано было. Он прилетел, дал мановую от нее люхи, и нас там развернули. Я не знаю, стоило тогда маги лететь или нет, если бы ты маг депнул. У меня не было риска. Последний герой, короче, последний макор, типа, умер. Я такой, ну, блядь, там уже осталось начать. Типа, если на нем напали, типа, эти два чела, развернусь, я бы топяш. Там Дэн был, Дэн, знаешь, там тильтовый момент был, еще один тильтовый момент был. Когда мы на антимаг со смока нападали, а там Кримптон канул этот сайленс. А, да, мы бы его убили, мы бы умерли, но мы бы хотя бы убили его. Invictus Gaming выиграли у команды Extreme. Вау, очень подозрительно. Слушайте, очень подозрительно. Has to be careful. They have the troll warlord in their sights inside this kinetic field. All these illusions just decimating him. Collapse with another beautiful initiation, and the raid boss has died. 70 seconds of no troll. Two dead now for Beast Coast as the rest look to fall. Schofield just standing in place. Okay, he's dead. Very good. Gets the bash off as well, but now he has to turn his sights onto somebody else. He's inside that smoke screen, has to be careful, has the battle chance, will have to use it now. But, and that, suddenly the game might just end. Yeah. This is insane, Sindarin. Gets the Bloodthorn. Lara with the tricks of the trade, finishes off the Rubick easily. Big call onto the Troll Warlord K1, pops the BKB. He's gonna get chopped in a second here, pops his ult and chopped. I mean, this is... Я Кримсон купил шарт, я типа специально, он типа бьет меня. Ну мне похуй, вот реально. Он не понимает, как твой шарт, походу, работает. Но он, типа, понимал, хоть потому что он купил, типа, аганим. Он, типа, сбрасывает все время стаки, как бы. Но этого не хватает. 4 секунды кулдауна, пока ты бьешь, ты, типа, за 4 секунды даже 12 ударов на тролле. Ну да, у тебя так спит. И у меня, типа... Сумасшедший, и ты покрутишь. У меня и так уже 3 стака наберется, и, типа, мне каждый раз 3 стака набирается. Да, уровень, он тебя, типа, вроде грызет что-то, но не пробивает. Ярик, когда играет мечение, Ярик такой, типа, бля, ребят, сейчас, секундочку, мне тут надо крипа слить, этого взять, блядь, этого переручить. Да не, у нас были нормальные ауры, и того вот они заходят, а ФГ Денчик уже банту на фарме, у шар, диффуз есть, у него там очень сложно было. Вот уже, ну, мне кажется, нам уже дальше даже ничего не надо. Мы играли полуротивал GD, я играл на тролле, против нас был ПЛ. Я тоже купил себе БКБ Аганим. И, ну, проебали игру. Типа, Тараска появилась, мы проебали сразу. На Рошане там, ну, потому, помню, ну, драка была. Потому что там дамеж. Да, да. Но на тролле, на самом деле, против ПЛ очень сложно играть. Там еще и Акс, типа. Ну, Акс тоже большая проблема. Все. Вернулись в отель с Эриком. Какой у нас план на сегодня? Ну что, ты играть, тренироваться, не знаю, готовиться к завтрашним соперникам. Ну, все как обычно, все просто, ничего нового, как бы... И стиль жизни наш меняется. Отбой во сколько? В два? Тактики тоже. Как вчера был, да, примерно? Ну, примерно. Примерно в два. Да не, ну... Ну, во сколько ты ложишься? Ну, вчера мы уснули даже где-то позже трех, что-то такое. Вот так. У нас же поздние игры были. Ну, да, да. Одна причем. То есть мы поэтому и решили сегодня побольше поспать. Давай пройдемся по сегодняшней быстренькой игре. Best Coast 2-0. Хорошо бы все задрафтить, уверенно. Хорошо сыграли, реально вот прям сегодня чувствовался уровень прям. Я прям чувствовал, что мы играли хорошо. Я даже думаю, вот во второй карте у нас может не прям такой прям крутой был пик, но где-то повезло, где-то сыграли хорошо. То есть ты чувствуешь, что вы набираете форму по ходу турнира? Ну не знаю, набираем или нет, но сегодня прям чувствовал, что мы играли хорошо. Все, понял. Тогда увидимся уже завтра. Завтра у нас две игры против Extreme Gaming и SMG. Да, будем готовиться, так что болейте за нас. Удачи вам в меду. Спасибо. Откуда ты? Как ты попал? Из Вологды. Ты приехал именно на мажор? Нет, я приехал по работе. Получается, живу в Варшаве в данный момент. Вот. Путешествую. Вот. Россию покинул года 3 назад. Вот. Сейчас просто
приехал погостить немножко в Берлин, вот, и повидаться с любимой командой в том числе. А с какого года ты болеешь за Team Spirit? Team Spirit, ну, наверное, если честным быть, то вот с последнего International, где они выиграли прям вот этот состав Storm the Tokyo. То есть это прям не old? Не old, честно, я не буду врать. Я понял. А кто ты сам играешь? Сейчас уже не играю, много времени отнимает. Так, в основном работа. Я в основном патчи читаю, вот, в основном за вашим влогом сижу, за каждым. Спасибо. На все последние видосы 50, так точно. Спасибо. Спасибо. Ну, в принципе... Прическа шикарная у тебя, кстати. Спасибо, что поддерживаете Team Spirit. Но мы отправляемся спать. У нас завтра будет тяжелый день, поэтому увидимся уже с утра. Друзья, всем привет. У нас следующий игровой день. Сегодня две команды. Уже выезжаем на арену. Покажи. Покажи, что случилось с вашей рукой? Да, я на стиле просто. Пишу, короче. Ты как из аниме кого-то, да? Да, я татуху оставил, короче. Пей? Не, я просто татуху оставил, короче. Это, типа, не показываю до сих пор еще. Проснулся, я корчился от боли 4 часа. А что случилось? Ну, реально. В смысле, туннельный синдром. А, реально? Серьезно? Да, я пинг-понг просто очень сильно с ним играл. Мои подачи он еле-еле отбивал, поэтому повредил руку. Это моя вина. Синдром? Сегодня буду играть только на огре. Потому что там, в принципе, мышка не нужна, да? Да. Интеллекта тоже. Я поиграл паблик. Меня проебал, но мы играли 60 минут, я был доволен. Короче, я зашел в Overthrow перед тем, как зайти в паблик. Я сыграл 3 игры в Overthrow. Все 3 выиграл. Я потом подумал, блин. Блин, Боленский. Надоело уже играть. Лето через 3 дня. Надоело уже играть. Черт побери, вот в эти долбанные в эти кастрюли. Иди же пассатижи, да? Да. Бляха-муха. Там зашел, короче, в паблик. Раздал стелька, короче. Просто вот нереально. Играл в паблике. На Огр-мага. Огр-мага. Ты на нем играешь, да? Ты кайфанул вчера. Да, Огр-маги. Огр-маги. А как тебе больно теперь мышкой вот так вот двигать получается? Он врет, ему не больно. Подошел со спины. Раз. Подкрас. Как твои прошли паблики? Ты мой брат. Ну такое. Такое? Пойдет. Пойдет. Стабильно минус 40 ловлю. Илюша рассказал, что он сыграл 3 паблика. 2 выиграл, 1 проиграл и все равно получил минус 20. Поэтому сегодня... Честно? Час. Team Spirit. Все, мы отправляемся на арену. Я еду в такси, потому что для меня места нет в таком прекрасном микроавтобусе. Меня даже на коленках не разрешили посидеть, поэтому увидимся уже там. Супер, все классно, спасибо большое за вопрос. Мы приехали с моим лучшим другом Ярославом на арену. Да. У нас сегодня 2 игры, у нас финишная прямая, осталось всего 2 игровых дня. Как ты себя чувствуешь вообще на протяжении турнира? Меняется ли настроение, состояние, может быть, ты... Да, в целом все стабильно, как ни странно. Чувствую себя хорошо, комфортно, уверенно, по-доброму. SMG, что можешь про них сказать? Я вот посмотрел их пики, ну, там весьма странные. Там такие. Два монаха играют, так что будет непросто. Непросто. Да, я уже примерно... Нашел некую закономерность. Ну-ка. Они пикнули определенных героев. Если побеждают, пикают их снова. Если проигрывают, пикают новых. Так. Вот. Поэтому они, когда проигрывают, они пытаются найти что-то. Поменять новое. Что-то новое. То есть каждый раз у них, да, некие сомнения закрадываются в их голову. То есть они по ходу турнира такие тестируют. Ну, типа разные. Того, да. Типа. Мы сегодня увидим Тэчиса. В миду? Да. И Некрофоса. Это мой хороший пул такой. Это мой пул. Огр мага. What about your hole? How much do you pay for a call? Я решил, сколько тебе лет на камеру? How much do you 25 years old. 25 years old. He's joking about Ogre Maga homes. Ogre Maga homes. How much do you pay for rent in Berlin, man? I'm paying like zero. Oh, you why? I don't need that. $100. I'm Ogre Maga, I don't need that. I need Dubina. Я еще не показать вроде. Сейчас. Попробуй. Напиши. Буду. Мешки воротить? Нормально. Ребята, оцените аватарку от 1 до 10. Никто не оценит аватарку. Нормально. Can they even do anything behind it? Chidori actually jumped for it, and another save comes through. Tree volley thrown out. Chidori forced to the side. Yatro, they're going to hunt for this TA. Nowhere to go. And Maposhka, with a great save again, is here. Teammates haven't died just yet. Moon's going to get surrounded. Smokey Smoke, right in front, jumps forward. Is Yatro first. Lau taking a bit of damage when it comes to tree volley damage.
is not really going to connect onto a lock here. No damage onto Collapse. He throws out the Doom onto Chidori on one side. They already lost the Miranda. That's a dieback. The next one's going to be mid one. Don't really think he can get out of there, especially with Collapse going that deep. And Laurel with another tree volley thrown. The big yeets of death will land. Tosses Yatra over the wall. On towards Moon he goes. And the last one. Ну, на 10-й, 11-й, наверное, 4-700. Там, думаю, просто нифига не сделаешь. Так сам, по-настоящему. Мы темпу пустили. Да у них, да, ты свой фарм набирал, это окей был. Нажали смок, убили Тимбера, еще куда-то. Нет, если бы они Тини забанили только сюда. Там можно было взять хотя бы на Void Spirit, лов. А что, тебе не нравилось на Тини играть? Нет, не, ну, не, вот... дело не в том, что мне нравилось. Просто, типа, Тини не самый такой сильный герой сейчас. Он просто герой авантюрный. Если найдешь, враги не найдешь. Это не настолько типа овер. Я говорю, в нашей ситуации он был хорош, хоть игра как самого Тини не самая простая. Ему просто не надо кейлить, ему надо просто поиграть, потому что дом будет качаться из сварки. Как тебе Скай вообще понравился? По кайфу было играть. Я типа, получил типа, ну, типа, всякие лыцы со всех модгангов мне почему-то достались. И я такой, ебать, я накач. Ну, причем типа, у тебя так начало было такое? Типа, начало не очень, умер, а потом типа Дэном подтакался, типа Дэн бежит, да, просто в бутстане, когда я все кнопки получаю килл, так несколько раз. Конечно, у Дэна будет из-за этого так сыгран, но я-то... Ну ты кайфанул. Я в кайфе был вообще, я просто кайфовал всю игру. Это самое главное. Them. Now they're going to go for the two heroes on the back, and Moon gets rooted up thanks to the new patch changes. Oh, new. Global Silence was stolen, by the way, by the Rubick. Yeah, that is still really not supposed to happen after Hassan. Yeah. Hassan is going to get stunned up regardless. Double buyback on the side of Team Spirit. Can they get enough damage? They're dropping low. Moon needs to dip out. Still has the Aegis at the ready at the very least, but Yatra has lost no HP here, no mana. This Naga is ready to continue every fight that you want to throw his direction. Mid one, no Blue Blitzer can't one-shot the illusions as easily. His TA or Storm would get the shard, and both of them mid really one, up and down on the shard. Is going to get jumped here. Great catch by Moon, a four-man catch. Coming through, they're thrown out onto Chidori. Yatra's Song of Siren is doing work, significant work. There is going to be a jump onto mid one. Can he get his ulti off? He gets healed up just enough to save his life. And the Brew Split comes out. The Song of the Siren that was stolen. They're going to focus down the Aegis while Trump. The song is up. Oh, this is such a huge steal. Can they get the collapse, finish off? Nice jump. Disarm onto Chidori to keep it going, but there's the fortification. They are focusing use it down as much as they possibly can. They keep the Naga controlled. He's got the Disperser at the ready. Apu is sacrificing his life. Right click the Aegis. Вы четвером стакнулись, типа Сайленсер первый, третий нажимает, Котл туда первый задал под чакру, и мы просто даем какой-то минус, бегаем четвером, Нага фармит. Наверное, мы должны были стакнуться, мы там просто по одному фидим уже конвейером, так не должно быть. Второй момент тоже будет на том же Рошане, где просто шторм треклился, у нас типа две драки неудачные были. Но мы на этот моменте, она уже все равно выглядит трудно в том плане, мы не можем дать рор и убить блюмастера или кого-либо. Шторм просто прыгает, иллюзии стягивает и все. А дэмэджа у нас уже не хватает, там и лотусы есть, и прочее говно. Tries to chase after him. Yadro right on top. BKB, no problem. Manta out. Paparazzi pops don't BKB, but they get the Pierce to bail. Tries to take down a couple more. Now the control onto JT. Things somewhat working. Ghost onto one. Trying to find the hits onto Yadro, but the walk away, not really that fast. He has Hurricane Bike back up again in a second. Throws it out now. Controls onto the bear. And suddenly, on Extreme is going to die. On to Ghost, Mira. Oh, barely gets away. The pullback one to two. Ghost wants a target. They take down Mira, but Poshka, he is going to get close to falling. Do they have enough? Do they kill him off? Ball on a triple kill. He's so low, 100. They can't see him. But he has the gem, and there is no detection. There is no way to see the Ricky Ghost. Now under more fire, Laurel getting so many kills on no HP, they take down another. Парни, слава богу, игра закончилась. Сработало. Ебатория какая-то. Тащили или отскочили? А? Тащили или отскочили? Затащили. Ну там, бля, вот решающая драка, где мы, короче, Цемку убили, Дэн там троих убил,
И мы просто закатили Урсу. 5-0 для драки. Да. Там мы там проигрывали. Ну, может, просто мы на самом деле переждали, как-то момент поймали под Вардом этот шторм. Да, ошибся. Да. Они никого не убьют, парни. Ну, блядь, они... Я угар мага. Они могут убить вас только, если первым меня убьют. Сможешь ли так оказаться в топе, если будет только 6 персонажей? Я не смогу. Марик, а почему так рейтишь шишек? У тебя всегда армия шишек. Ты зачем наиграл? В смысле, что падает, то и беру. 4 шишки. Сегодня шишки бегали. Мне как бы это убирать не приходится. А, реально? Ну, конечно. А тебе такое, типа, подождите, пожалуйста, мне нужен, типа, крип. Не, ну что, не могу бы мне что-то говорить. Тебе просто вот мы... А ну че, не вот так важно. Ага. This might actually work out somewhat well for them. Although, Laurel... Oh, she went back in. Ghost did go back in. That is what happened there. And, okay. Yep, that's 3 dead. They're finding kills, and Palats already goes down. They have Paparazzi caught in the static storm, but they don't have the damage. They can't find him in the trees. He's living through it, and now he's just fighting Yadoro. He gets a huge heal. Look at the movement speed fear. Oh, witness. Witness the greatness. The rampage speed from Yadoro taking the rampage. A lot of damage to Yadoro here. Bringing him lower and lower, but that is going to be Megas. So Extreme lose out on some. Try to get that remnant. Paparazzi throws a remnant. Rooted. Paparazzi. Paparazzi. He's dead. Закончилась самая долгая серия у нас только что против Extreme Gaming. Мы выиграли 2-0, но при этом карты были весьма трудными. В первой игре у нас вроде... Да мы отскочили, что-то. В первой игре мы отскочили, да? Я думаю, да, по-хорошему такие игры... Не должны выигрывать. Проигрывать. Ну, смогли выиграть, хорошо, конечно, но больше, наверное, там ошибка проглобала, чем наша. А второй, конечно, такие американские горки, знаешь... Мне кажется, игра была настолько проще должна была закончиться. Mm-hmm. Все для фанатов, да, чтобы принести. Это, видите, все для вас, ребята. Игру интригу, но игра гораздо проще должна была быть. Под Т2, когда сдохли все, а там комментаторов слышат, как они комментируют, и там Кир комментирует такой: «Honestly, every game I watch them Spirit Games», и начинает говорить, что вот такая хуйня случается. Это... Там мы просто не глимсанули этого. Агра. Yeah. Вот после этого, мы вроде всех хашанов забрали, но играть все равно как-то тяжело было, я не знаю. Мы вернулись в отель. Наверное, один из самых трудных и долгих дней подходит к концу. Сейчас парни быстренько покушают и пойдут отдыхать. У нас последняя игра в групповом этапе против Talon Esports. Всем привет, друзья! Вы на канале Team Spirit, с вами Слава Артист. Я уже приехал на арену, парни, подъеду чуть позже. Сегодня у нас последняя игра в групповой стадии против Talon Esports. Если мы ее выигрываем 2-0, то у нас будут переигровки за второе место. А сейчас пока спущусь в Player Lounge и посмотрю, как там обстоят дела в группе А. Что, это влог Spirit? Я украл этот влог. Вот, что могу сказать про Talon Esports? Я игрок непрофессиональный, но при этом я посмотрел их игры, конечно же. Кто я такой, чтобы не посмотреть их игры? Ты не игрок. Не игрок. Больше. Актер. Они играют разными пиками, разными банами, подстраиваются под команды. Если бы ты решал, кого пикать в противнике, кого бы ты пикнул из группы А? Я Пандас. Хочу встретиться с Нофиром. Как ваши успехи, Лукаш? Как ваши успехи, Бум-Бум? Что произошло? Вот вы выиграли. Вы вот очень хорошо начали свой групповой этап, а потом что случилось? Вчера был плохой день. Просто не проснулись, да? Сегодня у Сани день рождения. Давайте поздравим от лица даже болельщиков. Спирит тоже. Саня, с днем рождения тебя, Саня. Как ты думаешь, если бы я убил своих тиммейтов? В игре, конечно. Мне бы дали ассист или динай? Динай. Ассист? Почему? Потому что я помог крашить героя. Сожру его на пудже, блинканусь толпу и выпущу его, а сам улечу на базу. В глиммере. And the Song of the Siren looking for the opportunity. Lich and Viper. Oh, all three of them. Can they static storm the AM? They can, but last duck inside. They're focusing the Viper down. AM a little bit too much to bite off here. And Jab, the other wall, tanky but dead. And 23 goes to the base. And Makoto, Dissimulate is available, but the anti-mage is ready. It's 3 AM as the illusions come out. And two of those, they are still in the full control of this game. Naga Siren, let's see another combo. Oli, he is far away. Come on, Disruptor, you can get here, buddy. Yeah, on the AM just in time. Stunning Sarsing, controlling the AM, but look at the damage mitigation. Full HP on him. He is... Слав, ты не то выдвинешь. Типа снимаешь, да? Контент, бро. Ты не понимаешь. ТикТок, ведущий звезды для питания. Димас. Yeah.
hounding them. And Talent, again doomed up on the jabs under Lord, chasing out Team Spirit, wants something, a fight. Good silence. Kill off the Bugner, kill off Oli. Look for jabs now as well, 23 half health, he's gonna die. Okay, Team Spirit. Of a game changer. At the very least, a fight changer. Unless he gets not jumped again. Oh, Yataro. Oh, dear. Когда тебя убили внизу, не хватило, чтобы кто-то ревилил, да, либо да. Мы должны находиться так, что ты в топе, да, мы а просто, мы в боте. Мы просто подумаем, зачем-то стоим, у которого типа, ну, Вангвард, Мидас, Девау. Его-то тоже убьют, а с ним типа ответить можно. Просто проблема такая, что мы должны искать драку этими героями. Да, да. Потом нормально поделились. Там скорее проблема в том, что мы не можем никакой мув сделать, а вот... Ну как поделиться? Ты должен просто свою тройку бить, вторую пачку эндшитов и немного в топе, да, да, где можешь, если позволяют пройти, если ты видишь, что там драка. А, они просто меня вот, когда мы как раз в боте дрались, да, типа, да. Там пиздец, а вы чё, просто бегут. Парни, мы проиграли драку. Да не, вроде можем. Да чё, проиграли? Да не, вроде можем. Как-то так выглядит. Сами мы никаких мув пыльнять не можем нашими героями, мы можем только качаться. Но надо, чтобы мы качались так, чтобы антимаг в дальней точке от врага был. А мы троем четвером двигались перед ним. Вайпер, Дум, да, на кемпе убили Илюху, туда пробежали они со смока, с мида бежали. Вот в этот момент Илюха один внизу, а у нас четыре героя в топе. Мне кажется, мы неправильно поделились, потому что Илюха долго в топе играл. А у нас типа магу сложно убить, а он в боте играет, в сейвовой зоне, по сути. На этом групповой этап подходит к концу. Мы занимаем третье место в группе. Завтра мы встречаемся с командой Gaming Gladiators. А вам большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.